И пока я не начала говорить о всяких там бьюти-штучках, хочу вас поприветствовать, только я уже в Киеве, монтирую этот влог. Дело в том, что кадр, где я сонная, припухшая, слава богу, куда-то исчез, так что надеюсь на ваше понимание. Приятного просмотра. Вы бы посмеялись, если бы увидели это зрелище со стороны, как я снимаю это видео, потому что у меня здесь такой смешной штатив, который я собрала из того, что было в номере. Хочу показать вам, что я взяла с собой из косметики. Уже, кстати, по нашей, мне кажется, маленькой традиции. Я собиралась в очень краткие сроки. Буквально за 10 минут мне надо было собрать чемодан, потому что я до последнего сидела на диване, играла с Сэмом. Неважно, вы знаете, как это бывает. И помните, я в прошлом видео вам показывала вот эту косметичку с тестерами? Я ее, в принципе, всю и взяла. Я взяла свою щетку от Фора, я очень часто ее беру. Из удобного, что было в моей косметичке, это салфетки для снятия макияжа. Их удобно брать в самолет, особенно при длительных перелетах. Или при перелетах с пересадками. Также взяла бальзам для тела, вот такой, от Эфраше. Потому что у меня сейчас очень сухая кожа, у меня ноги прямо иногда, знаете, от сухости белого цвета. И я побоялась, что здесь будет плохой, поэтому взяла. И Клиник ID, собственно говоря, для чего я приехала сюда. На встречу, фан-встречу со своими зрителями, которые мы организовываем совместно с Клиником. Ладно, буду умываться, собираться, уже хочу завтракать. Я уже позавтракала, уже с большего собралась. Кстати, сняла для вас в IGTV урок этого макияжа. Жду сейчас Пашу. Вы наверняка знаете Пашу, потому что абсолютно любой мой влог из Москвы, он меня или встречает, или проводит мне какую-то экскурсию, или ведет в какое-то вкусное заведение. Короче, Паш, спасибо тебе. Ни один московский влог без тебя не обходится. Что я говорил в прошлых влогах? Передавал Саше привет. А чем ты сейчас занимаешься, помимо учебы? Давай тебе невесту найдем, в конце концов, сколько можно. Есть! Невеста, отпишись в комментариях, пожалуйста. Какая тебе обувь на девушках нравится? Я вижу девушку в сапожках с дырочками, которые вот отсюда. Сразу можно убегать далеко. Каблук? Лучше каблук. Не, каблук, конечно. Да. Если у вас парень выше 1.70 каблук. Дальше, я покажу вам, что еще модно. Модный приговор от... Женский отдел, я не знаю, что... Я забыла, как тебя зовут, блин. Алексей. Дурак. Лучше что-то обтягивающее, да? Ну, нет. Это может быть слишком вульгарно. Надо искать баланс. Да, Маш, прекрати, пожалуйста. Что ты так вот смотрела, как бы? Что это у меня на голове? Я знаю, что это очень странно, потому что в Москве я уже раз 7, если не 8. И еще не один раз я не успела сходить на Красную площадь. Так что Паша меня сейчас туда и ведет. Найдите гармонию. Красная площадь отменилась. Мы попадем туда завтра обязательно. Нет. Кстати, я купила себе кофточку. Наконец. Маша идет пить, я иду пить сок. Он мне предложил пойти попить, во-первых, чтобы вы понимали. Все, сдала. Ну стой, ну я не вставлю это. Ну и что ты там наснимал? Спокойно, сложно гулять. Ты вроде не видел человека год, а она там... Сложно это, ребят. Короче, мы идем пить пирожное. Я очень много наговорила. Паш, иди сюда. Дубль 2, сейчас такая пик. Давай еще раз, поехали. Мы с
сели в заведении, как называется? Кетча. Взяли себе два апероля и надеемся, что они никак не повлияют негативно на будущее моей фан-встречи. Спасибо. Я макароны не буду, я буду вот... А это нельзя с собой можно, запаковать можно? И есть прям идя? Можно нам? Ой, как красиво вы мне все сделали, с ума сойти. Да, только у нас видеосъемка. А. Можно? Ну, блин, некрасиво сделала. Ну, Паш, как так можно? Да ладно, красиво все. Сейчас достаю это. Просто, как понять, что ты находишься в Москве? Путин и рядом царь. И еще Сталин. Зачем они в ряд стали? Царь не сильно за... Джафин такая какая. Блин, как красиво. И чай. Чай, здравствуйте, чай. Сейчас магазин игрушек. Здесь три этажа игрушек. И мне кажется, если бы попал сюда Сэм, ему было классно. Но, блин, я сама просто в шоке и в восторге. Посмотрите, что Сэму нашли. Мой первый английский. Но здорово, что здесь есть и на русском слово, и на английском. То есть даже пока он не усваивает английский, можно будет показывать карточку и просто говорить, что это яблоко или это виноград и так далее. Что, мы наконец-то едем уже в торговый центр «Золотое яблоко», там, где у меня будет фан-встреча с моими зрителями, с вами. Мне, если честно, самой не верится. Уже 6 лет я блогер, и это всего лишь моя первая фан-встреча в Москве. А у меня из Москвы на самом деле самое большее количество подписчиков. 10% у меня из Москвы в Инстаграме, ведь тебе не помню. И это так здорово, что мы наконец-то с вами встретимся. Но я уже встретила некоторых своих подписчиц, и они знать не знали, что у меня фан-встреча будет. И я уже начинаю переживать насчет того, придете ли вы ко мне. Надеюсь, что хоть кто-то да будет. Как минимум будет Паша на моей фан-встрече. Наконец-то. Фоткаешься. Спустя 10 лет я получу этот заветный автограф. Всем спасибо. Он еще в Бердянске просил. Когда не поцеловал тебя. Я это не вставлю. Ну все. Это для архива. Я отшил Машу. Ну что, мы уже здесь ходим, шопимся, хотя еще ничего не купили, но что-то хочется. Потому что я случайно на своей карте обнаружила деньги, на которые я не рассчитывала, и это так приятно, теперь можно их с легкостью потратить. Потому что ты на них не рассчитывал, ты не знал, что у тебя есть эти деньги. Правда приятно? Это как в кармане как 100 рублей наш... находишь. Я могу вообще не говорить. Я просто, ребят, я так переживала, что не придут, а вы все пришли. Ну покажись, ты красота просто ходячая. Свет хороший, ты красотка. Посмотрите, что Даша мне принесла, пожалуйста. Она еще в посылке, но заняться больше нечем. Ты видишь, как я вообще-то ответственно отношусь к работе? Снимаю влог. Так, а я сейчас немножечко исчезаю, увижу с вами уже в отеле. Мы с Дашей пойдем наверстать упущенное, потому что не виделись уже давно. Ну, передавайте пример. Спасибо за эту встречу. Мы очень рады тебя увидеть. Сейчас только что историю Даши посмотрели. Сэм? У моего? Да. Сейчас посмотрю. Я начинала этот день в ванной и заканчиваю его тоже здесь, потому что... Невозможно по-другому в этом номере. Эта ванна просто волшебная какая-то. Из нее не хочется выходить. Хочется быть здесь, делать масочки, краситься. Ну, а вообще я хотела сказать, как вы меня вдохновляете. Сегодня на встрече меня спросили: Маша, как ты себя мотивируешь? Где ты берешь вдохновение? И я ответила, что беру вдохновение от разговоров. И сегодня мы разговаривали на этой фан-встрече так много, что... Мне кажется, я вдохновилась просто на год вперед. Кстати, мне Клиник подарили целый пакет подарков. Хочу с вами открыть, посмотреть, что здесь, потому что сама еще, если честно, не знаю.
Господи, как много всего. С ума сойти. Ой, что это такое? Deep Comfort Body Butter. Хочу открыть. Блин, я обожаю такие штучки для тела. У меня их так много и так быстро все равно заканчивается. Одна из моих любимых тушей. Workout для тренировок. Тоже ее очень люблю. Это у нас... Это система C+. Блин, класс! Обожаю. Как раз перед летом то, что надо, после зимы. Короче, это такие штучки, которые ты добавляешь этот порошочек, в него что-то добавляешь, потом наверх это. Ну, короче, я уже забыла, как это работает, но у меня было где-то год назад эта штучка, и я ее очень люблю. Take the day off в формате водички такой. Это дезодорант. Ого, я не знала, что у клиник есть дезодоранты. Попыталась открыть, но мне не получается после масла, руки скользкие. Так, еще одна тушь. Так же сложно все одной рукой открывать. Ой, меня сегодня и красили. Она потрясающая. Очень хорошо ложится. Это, видимо, ролик для глаз. All About Eyes Serum. Вот я не помню, был у меня этот продукт или нет, но выглядит он здорово. И мне нравится, что он, по-моему, в формате ролика. Это, само собой, помада, да? Скажите. Это помада. Очень, кстати, красивый оттенок. Очень. А это у нас тоже очищающий гель какой-то. Еще у меня в пакете затесался вот этот вот тинт. Я его не заметила. Все, больше ничего нет. Я обожаю его. Мне нравится очень оттенок. Я не уверена, подарили мне в том, что у меня было или нет. Но это очень классная вещь. Я наношу его и на веки, в уголки, и на губы, и на щеки. Просто я обожаю такие штуки. Всем доброе утро. Хотя какое утро? Уже не утро, уже на часах 1:20. Я уже успела позавтракать, сходила в бассейн, поработала немножко. И сейчас еду на встречу с Кариной Каспарянцей. Она наконец-то познакомит нас с Юлией Пушман. Наверняка ее знаете. Так что да, я уже, в принципе, голодна. И хочу кушать. Но стою в пробке. Я вечно забываю, что в Москве жуткие пробки. И вечно выезжаю уже поздно, уже опаздывая априори. Так что... Шулька, замедли 50 кадров в секунду, будешь вообще милашкой. О, смотрите, мы созданы друг для друга. Ну что, рассказывай. Мне все хорошо, у тебя как? У меня все хорошо. Эти прикольные. Такси! Вот это хорошее. Мы сейчас на Патриарших находимся. Меня Карина с Юлей привели. И столько подписчиц моих встречаем. Все такие красивые, и милые, и классные. Но многие не знали о вам встрече. Ну ничего. Не зря же я здесь еще на 2 дня осталась, чтобы всех точно увидеть. Подождите, можно заметить? Здравствуйте! Топ, кстати, очень... размера M. Специально взяла побольше, чтобы вот тут было пространство. Что за вишенки? А зачем? Для рук? Именно. Здорово. Здорово, я такое люблю очень. Я сейчас забежала в шоурум к девчонкам из студии 29. У них очень красивое пространство и очень классные вещи. Ты знаете тот вариант, когда заходишь в магазин, и в принципе практически все тебе плюс-минус подходит. Это твой стиль. Очень хорошие ткани. Ну, вы все сами видите. Посмотрите. Просто девочки пошли в разнос. А, красиво. Я столько красоты у девчонок себе взяла. Скоро буду снимать для вас разные переодевашки. Прям спасибо. Вот этот бренд. Если вам интересно, вот так называется.
Вот так мы нечаянно сошлись, видите? Сегодня какой-то сумбурный день, и я даже не уверена, что я успела снять все, что нужно было снять, чтобы погрузить вас полностью в эту атмосферу. Я сейчас еду в отель, немножко отдохну, переоденусь, приведу себя в порядок и поеду на встречу с друзьями нашей семьи. Не уверена, что буду снимать. Так что на всякий случай прощаюсь до завтрашнего утра. Завтра я уже улетаю из Москвы. Я уже очень соскучилась по Сэму, по Саше. И вообще я в этом влоге как-то очень много говорю, мне кажется. Но вы просили длинные влоги. Я выполняю. Ну все. Охренеть просто. Будущее уже здесь. Пришла домой, прибралась немножко, потому что сегодня утром в спешке забежала, раскидала все покупки свои новые и побежала сразу на встречу с ребятами, о которых я вам уже говорила, о котором уже заплетается язык. Сейчас набираю себе ванну, купила ягоды, попросила сливки в отеле. Буду грешить. На ночь есть сливки с ягодами. Можно же было просто ягоды поесть, а я решила со сливками. Почему нет? Всем доброе утро! Мы с вами сегодня как-то официально, я даже поставила камеру на подоконнике. Если не считать мою позу, я на коленках стою, то все очень даже серьезно. На самом деле, я уже последний день в Москве, и сейчас буду собирать чемодан. Решила, почему бы не снять, как я его буду собирать. Скажу вам, что когда я ехала сюда, я специально взяла очень большой чемодан, потому что знала, что мне нужно заехать в несколько шоурумов, и будет еще одна посылка от сайта одного. Так что это будет интересно. Я не уверена, что это все поместится даже в мой супер большой чемодан. И более того, я не уверена, что у меня не будет перевеса и что меня вообще впустят на борт. Ну, без доплаты. Он же огромный! Кстати, если вам интересно, я забираю с собой все, что мне здесь оставили, ну, в плане кондиционера, шампунь, взяла один еще гель, потому что это что-то невероятное. Я влюбилась, просто влюбилась, и теперь буду искать, где это можно взять. Итак, с этим отделением я закончила. У меня здесь немножко косметики, крем, который мне клиник подарили, обувь и рюкзак, в котором тоже есть одежда, чтобы не терять пространство. Чемодан я сложила, я пока его не буду закрывать, потому что еще вернусь в отель. Расскажу вам историю. Мы со Стасом знакомы уже года два. Может, полтора. Да, полтора года. И я тебя узнала вот с того видео, с Дубаи, где камни есть. Ага, да. Короче, просто зайдите к Стасу, я ставлю ссылку под этим видео. Продолжайте оставлять ссылку под этим видео. Не, ну у него очень красивый инстаграм. Да и человек он хороший. Все, я, короче, Машу с собой сюда брать, чтобы она меня пиарила перед ним. Слушайте, но Паша не мог меня не отвезти на Красную площадь. Попытка номер два. Именно поэтому мы сейчас просто обязаны на нее попасть. Я не улечу из Москвы, если сегодня я не побуду на Красной площади. Миша Кшестовский. Это кто? Это блогер. Кшестовский. Мишу Кшестовского знаете? Нет, я нет. Вот, не... Бородатый, бородатый. Ну так это он или не он? 100%. Так пошли познакомимся. А кто это такой? Я не знаю. Но я увидел. Это с усачем, который там. Про сайт, смотри, есть показательная история. Наблюдайте вот за этим чуваком. Итак, он берет чью-то мечту и в карман.
Если у вас еще остались вопросы, как зарабатывать в Москве, точка номер один. Это здесь, центр, самый центр Москвы. Смотри, смотри. Смотри, у меня специальная палочка. Ура! Я на Красной площади. Впервые за 10 поездок я добралась. Браво, Паша. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Хочу себе Manolo Blahnik. Это такая моя прям мечта сейчас. Посмотрите, какие красивые. Здравствуйте, не прогадать. Загадывай желание. Забыла. Маш. Не сбудется. Куда тратят деньги блогеры? 690 рублей ушло на, как называется, хэндгам. Ой, Маш. О, ты, кстати, здесь хорошо выглядишь. Да. Почему я это не снял? Давай, давай. Го-го-го-го. Я чуть фото снимаю. Го-го-го. Это просто, мне кажется, самая бесполезная покупка не просто этой поездки, а всей моей жизни. За сколько? За 10 долларов. Паша нормальные покупки делает, книжки читает. Да. О чем там тебя, ёжики? По уровню интеллекта взял. Так, ну что, вот понесли мой чемодан. Вот Павел, который уже готов вот-вот меня провожать. Наконец-то. Все, догулял. Могу работать. Вот моя машина. Не буду вам показывать. Это не Mercedes бизнес-класса. Bentley Continental? Неплохо. Вот, так что, ну мы с вами, давайте, я с Пашей попрощаюсь, еще увидимся. Друг детства. Любите друг друга. Что я могу сказать? Я помятый. Он помятый, потому что он ночью непонятно где шлялся. Если эта мама твоя смотрит, пожалуйста, обратите внимание. Я счастливый человек. И вы тоже. Просто хотела напомнить. Поверьте, у каждого в жизни есть моменты, когда хочется закрыться и опустить руки. У меня был недавно такой момент. Но я нашла в себе силы, как бы громко это ни звучало. И сказала, кто, если не я? Кто проживет мою жизнь? Кто будет смеяться и плакать, радоваться мелочам и грустить, пусть даже иногда без повода? Кто будет ставить цели и достигать их? Кто будет не бояться проблем и наслаждаться каждым моментом? Готов ли я упустить весь спектр этих эмоций? И я поняла, нет. Уверена, вы тоже. Просто поймите, ваша жизнь прекрасна во всех ее оттенках. Проблемы? Да, они ведь столько опыта приносят. Без них и жизнь была бы скучной, скорее всего. Попробуйте относиться к вашей жизни как к хронологии событий. Не первый раз это говорю. Представьте, что вы писатель, пусть это звучит банально. И вы пишете как минимум интересную книгу, а как максимум мировой бестселлер. Разве будет кто-то читать книгу, в которой все приторно-сладко? Навряд ли. И когда закончится это видео, я хочу, чтобы вы улыбнулись. Я хочу, чтобы вы делали это как можно чаще. Ведь все начинается с нас самих. С мыслей, движений, мечт и действий, пусть даже самых маленьких. И твое счастье зависит только от тебя. От того света, который живет внутри. Просто хотела напомнить.